Всем геймпас, Веропас, и сегодня мы продолжаем играть в Ultimate Custom Night. Наконец-то мы сюда с вами вернулись, и наконец-то появился новый челлендж. Челлендж называется ДЦНГАПК. Вот так вот. Очень оригинальное название, поэтому предлагаю сразу приступать. Вот наши старые друзья. Жека, здорово, батя, здорово. Ну все, погнали. А, что? Алло, а что это за карта? Я даже не успел зайти. Что? А что это такое? А что это? Уйди, help me. А что это такое? Я не пойму. Так, ладно, включаем генератор. Вот там на единичку включается. Ё-моё, что? Я даже не успел зайти. Я уже ничего не понимаю. Я уже абсолютно все забыл. Я уже забыл, как тут вообще играть. Так, значит, боняш, который на пальчик можно надеть. Буррито, или, да, буррито, так ведь? Дальше какие... точно, у нас же есть тут и той Бонни, и той Чика. Короче, тут все, я уже серьезно. Мне уже такое становится сложным. Алло, уйди. Чика, не надо, не раздражайте меня. Тихо, куда? Тихо. Так, все, тихо, ресетаем вентиляцию, все, уйди отсюда, не надо. Все эти бобры, все эти чики. Фантайм Фредди, батёк. Ну, батёк, мы его любим. Окей, ага, уйди отсюда. Спрингтрап тоже, в принципе, хороший. Тоже сильно много не атакует, не то что эти всякие чики. Так-то, хватит, не надо, уйдите. А что это за марионетка? Она вообще меня будет атаковать или нет, я надеюсь? Еще колобки какие-то. Что это такое? Крендель. Так, что тут еще есть? Неоновая пицца какая-то. Дальше есть, не знаю, светящиеся какие-то фонарики. О, не-не-не-не-не-не. Я не знаю, сейчас злой, веселый. Сейчас погода, знаешь, какая. Я не успел. Нет, верни. Уйди быстрее, пожалуйста, уйди быстрее. И сейчас батя будет атаковать. Батёк. Не надо, мы с тобой друзья. Понятно, все, батя тоже предатель. Все, ребят, все, он нам больше не батя. Хай идет за хлебом. Тихо. Меня бесит эта камера. Уйди отсюда, help me, все. Уйдите, все, я на вас обиделся, отстаньте. Ну, на Жеку пока что все равно. Что? А что это за вообще маски шоу? Уйдите! Да ёпарасы ты, как же они меня достали? Уйди! Серьезно, я не понимаю, это ж как это? Я уже абсолютно все забыл. Не, в принципе, как справляться я запомнил. Только этот бобер и Чика, который вылазит, это, конечно, это просто бесит уже. Так это надувная, что ли, марионетка? Там труба какая-то. Или ты газовый баллон? Скажи, пожалуйста, ты кто? Еще какие-то шарики, корзины, магазины. Что происходит? Вы куда смотрите? На него? А он смотрит не знаю куда. Стоп! Нет, это ужасная карта. Тут нет нашего кексика. Кексика верните! Я буду жаловаться. Ребят, тут нет кексика. А вот там одна, кстати, голова у там вот тут там где-то за пультом валяется. Чё вот это-то, ёпарасоте? Ну чё вы все вылазите? Ну вроде бы на семерочке стоите. А! Я даже не успел камеру открыть! Уйди, все, уйди. Спокойно. Так, дальше, радио какое-то. Да... Бобер. А ты что вылазишь? Чика где, кстати? Не ты. Другая Чика, которая... Которая тоже на семерочку стоит, на удивление. Серьезно, Чика, мне кажется, даже лучше, чем той Бонни. Серьезно, вылазит этот той Бонни. Вообще. Чика только по праздникам приходит, а этот прям каждый день. Так, вот ты уйди. А Джеджей. Чика, ты тоже мне не наедай. Ой. Все? Я уже думал, что все, это капец, это все, смерть. Капец. Серьезно, вот этот ролик, в принципе, о том, чтобы вспомнить былые времена, о Ultimate Custom Night, о челленджах. Но что-то я уже подрастерял весь свой опыт. Да-да-да, вы не думайте. А вот с тобой, той Фредди, я с тобой даже не хочу дружить. Ты вообще какой-то странный. Еще и этот кошмарный Бонни, то вообще...
Я вспоминаю, как я с тобой возился постоянно. Ну, слоны, Фредди, в принципе, там печечка. Вот эти бегемоты, свиньи, лягушки, это в принципе в Майнкрафт. Что ты? Ты, Рокстар Фокси, в принципе, нормальный. Правда, я не знаю, твой попугай какой-то странный. У него когда настроение меняется? На погоду? На что? Эх, ладно, окей. Допустим, это все, конечно, хорошо. Но, бэйби, я помню момент, когда она вылазила с правой двери, но при этом я покупал игрушку. Я не знаю, в чем тут проблема. Кстати, ребят, также недавно у меня появился свой телеграм-канал. Поэтому я вам рекомендую подписаться, ведь мы там можем с вами обсудить дальнейшие идеи, там, допустим, моды на Гаррис Мод, либо же в какой еще можно режим поиграть в Роблоксе. Ну, короче, там можно что еще угодно сделать, поэтому подписывайтесь, и там уже разберемся. А сейчас, пока что мне надо вспомнить все, что было. Все, что было. Ну, короче, надеюсь, вам понравилось. В принципе, такой тестовый небольшой ролик, чтобы так чисто вспомнить былые времена. Также, ребят, ссылка несколько, как всегда, в описании. И пишите комментарии. Ну, а с вами Иропас. Всем удачи, всем хорошего дня и хорошего настроения тоже. И всем арвуар.